Звыш 550 объектов нерухомости сёлета набыли новое житё. С початку года комитет Гомеля «Абломаёмость» провёл амаль 1,5 сотни аукционов. Подчас их было продадено звыш 100 объектов больше, як на 1,5 миллиона рублёв. Дарэчы, сёлета активизовалась новая форма продажу маёмости на электронной пляцоўцы Беларускай универсальной товарной биржи. Сёлета таким чином продали 3 объекты. Чарговые электронные торги пройдут 28 снежня. Пропануется 16 объектов, которые находятся у Гомеля, а так само в Светлогорском, Мазырском, Лельчицком и других районах. В областном центре, например, можно набыть будинки кинотеатра «Юбилейный», лицея на Ландышево. На некоторые объекты подано несколько заявок. Прием документов для участия в аукционе продолжается до 21 декабря включительно. Кроме электронных торгов, комитетом Гомеля было имущество продолжена работа по проведению аукционов, которые проходят по адресу Гомель, проспект Ленина, 3. Продаж объектов протягнется и в наступном году. Так, на студень уже запланованы 3 аукционы.